Привет-привет, ребята, меня зовут Споди, мы продолжаем с вами строить увлекательные вещи. Так, и первой нашей увлекательной вещью будет вот такая вот повозочка, в которой будут находиться гигантские... Да что ж ты, шарики. Наши короли-королевновичи. Так, сейчас мы их тут наставим побольше, так... Всё, сейчас их будем, ребятки, перевозить. Это установим колесики, вот такие вот через один, потому что они друг за друга будут задеваться. Нам ведь это нам не надо, да? Нам это не надо, а мы лучше поставим вот так вот сюда двигатели. Так, двигатели и шарика. И отлично. Что нам еще надо? Давайте попробуем сначала вот такие колеса, но мне кажется, они не будут тянуть. Так. Эй, а ты чего? Что-то у нас, ребята, ломается наша построечка. Нет, ну так быть не может. Так. Ну давайте это закрывайте, как бы у нас другого выхода нет. Все, поехали. Тяжело. Так, я понял, ребят, потому что все дело в этих неправильных колесах, потому что нужны правильные вот такие. Так и хочет порваться эта штука. Интересно. Так. Ладно, давайте просто вот такой вот квадратик вставим. И поехали. Ну тянет. Так, и давайте сделаем так, чтобы это было все очень и очень быстро. Что, так будет весело? Так, эй. А ну-ка, двигатель отдай мне. Здорово. Отлично, а теперь будем ехать, погнали. Нет, одного потеряли. Куда стоять? Как такое произошло? Так. Мы же их и так можем посадить. Давайте сделаем вот это все вот таким вот. Я не знаю, хватит ли силы у нашего транспорта это потянуть, но мы это сейчас, ребята, проверим. Почему бы и нет, да? Так, пропустили немножко. Да, что ты будешь делать? Так, сейчас мы тут заполним все. Отлично, ребят, мы заполнили. Теперь будет все поинтересней. Так, теперь они упакованы, знаете. Так, но мы все равно тяжеловато едем. Так, возможно, вот эта вот штука мешает. Даже не могу определить. Ну давайте, погнали. Давай, разгоняйся. Конечно, тяжело таких огромных возить-то. Эй, вы куда поехали? Они, ребятки, куда-то уезжают от нас. Так. Прикольно, но мне почему-то кажется, что это все может быть гораздо быстрее. Такс. Ну, хотя бы еще так, да? Вот. Смотрите, как здорово выходит. Все. Что-то где-то лишнее. Вот оно где лишнее. Теперь давайте пробовать ехать.
Давай, разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся. Так, я понял. А если бы у нас были нормальные колесики? Вот такие. Вот такие. Давай, 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 давай. Ну, ты будешь ехать сегодня. Эй, ну что это такое? Мы это, значит, поубираем. Вот, вот такой вот. Вот такой вот у нас получается транспорт, и поехали. Так. Так. Так, так, так. Наши шарики очень тяжелые. Прямо очень. Поэтому мы сейчас вот тут все сотрем и попробуем их передвинуть. Так. Не получается у нас тут сделать ровное количество. Ну да ничего. Ничего, ничего, ничего. Так, что бы еще придумать? Давайте попробуем с помощью зонтиков кататься. Так, только мы тут забыли нашего этого машиниста посадить. Все, поехали. Давайте, зонтики, вы сможете. Да, что-то еле-еле-еле-еле. Еле-еле. Ага, уже не ставится. Хорошо, хорошо. Тогда мы поставим вот эти вот штучки. Давай, 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 кати, кати его, кати! Так, что-то как-то все так плохо работает, что это ужас какой-то. Так. Отлично. Вот, я хочу еще попробовать вот такую вот конструкцию, потому что сюда мы поставим... Да, сюда мы поставим просто пропеллеры, а туда еще и лопасти. Точнее, какие лопасти? Зонтики. Вот здесь будут зонтики, для них тоже будут моторчики. В общем, конструкция крутая. Хотя... Нет, давайте так пока попробуем, мы еще сюда вот добавим... Вот это вот дело. И шарика посадим. Хотя можем его посадить где-то сюда. Это уже не столь важно. Все, теперь давайте попробуем нашу машинищу. Так, ну как-то слабоватенько. Может быть, все дело в пропеллерах. Так, а ну-ка. На самом деле чуть-чуть быстрее. Вот прям совсем чуть-чуть. Прямо-таки чуточку. Так, а вот такой вариантик. Так, а чё она так медленно едется? Экс. Давай, 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 давай. Что же нам не хватает? Так, хорошо. Поставим тогда колеса сюда. А ну-ка. Как-то, ребятки, все равно тяжко нам возить эти огромные
кучу шариков, поэтому есть одно только решение – переместить все сюда и здесь все заполонить бомбами. Ребят, ну что ж, вот такая у нас получилась серия, надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и всем пока-пока.